Всем доброе утро. Хочу вам показать, как спит бусинка. Сейчас залезу к нему на стремянке. Кроха моя. А, кроха. Тетю-то не слышно, не видно. 6 часов. Ты уже обычно вылезаешь, в это время бегаешь вовсю. О, вот здесь чувствую. Котик. Маленький. Малыш. Я иногда проверяю, все ли у него хорошо, потому что если я знаю, что какое-то время, например, он обычно вылезает, а он не вылез, я начинаю переживать, и лучше я его разбужу, но точно буду знать, что все в порядке. Шевелится. Вон, слышите? Видите? Я и слышу, и вижу. Буськи. Шуш. Лапкин. А, Лапкин. Буся. Вот на шкафу у него норка. Видите, здесь такой барьерчик. Вот, ну, как бы здесь у него есть небольшое расстояние высоты. Прилично, в принципе, ширина. Вот это его любимый уголочек, когда ему жарко, он лежит там. Чихнул, будь здоров. Вот, а здесь со шкафа, вот в уголочке, он обычно свисает, смотрит на нас. И, собственно, вот это целый плед, двухспальный. Он скручен, то есть здесь получается вход сделан, вот прям норка. И он сплошной, то есть вот он, заходишь туда, и он вот там, там тоже можно войти с той стороны. Бусинка, котенок, Шуш, пойдем побегаешь. О, видите, кидается. Шушечка. Ползет, ползет, ползет. Привет, Лапкин. Привет, чудо мое. Привет, любимочка моя. Привет, мой зайчик. Маленький. Котенок. Шушечка. Ты проснулся, маленький. И да, да, пора уже просыпаться. Уже вечер. Прям вечер. Да, надо просыпаться. Мама тут уже переживает за тебя. Да, да. Что такое? Ты тут... Эй, ты по мне решил сползти? Ну, ползи. Аккуратно. Лапкин. Там шишка. Шишка орешка, смотри, у тебя прикинула коробку. Вон шишка орешка. Вот, сразу учу. Только, пожалуйста, не там. Да, вот не там. Ужин. У бусинки ужин. Долго ты сегодня спал. Да. Лапочка моя. Сейчас, сейчас я поправлю. У нас тут просто окна. Да не переживай, не переживай. Мечется, мечется. Сейчас, сейчас, сейчас. Прям переживает. Скорей, скорей. У нас тут просто, видите, как окна выходят на окна. О, господи. Ты куда так торопишься? Окна на окна выходят, видно очень все хорошо. Поэтому мы постоянно, особенно по вечерам, когда вот мое отражение, мы закрываем шторы всегда. Ну, вообще я люблю, когда шторы закрыты. Что, маленький? До, 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 до. Да что ж такое? Чудик ты мой.